Итак, мы представляем площадку изучения гражданского климата в России. Что могут делать участники на этой площадке? Они приходят сюда, читают материалы, регистрируются, заполняют свои профайлы, как в данном случае я показываю, и знакомятся с предложенными фактами. Факты, которые здесь предложены, в данный момент это три факта. Можно их посмотреть, как они выглядят, как задаются вопросы, какие вопросы задавались. И здесь же можно задать свои собственные комментарии, оставить к предлагаемому факту. И что самое интересное, можно оставить его интерпретацию. То есть вы можете дать интерпретацию тому факту, который здесь предложен. Кроме этого, если вы такая интерпретация дана, можно на нее посмотреть, можно ее откомментировать. И можно за нее проголосовать. После того, как мы наберем достаточное количество интерпретаций и поймем, что эта работа сделана, мы организуем обсуждение этих фактов и их интерпретаций и отберем наиболее интересные суждения и наиболее активных авторов, которые соберут и создадут финальный документ. Вот, собственно, и все.